Член Союза художников России Александр Бондаренко рассказывает студентам самарских учебных заведений о своих картинах. Экспозиция представлена на площадке Дома актера в рамках большого проекта «Обыкновенные герои». Большинство работ посвящены сюжетам, навеянным специальной военной операцией. Вот наше поколение, мои родители, мама участник Сталинградской битвы, и как раз ее призвали в это время на фронт. Вот, и поэтому я как бы из рук того поколения держу вот буквально в руках эти эмоции, которые меня до сих пор волнуют. Я думаю, что вот эта программа, этот проект, это проект для молодежи. Проект «Обыкновенные герои» запущен в рамках Всероссийской программы военно-патриотического воспитания. В Доме актера студентам представили концертную программу «Голоса времен». Со сцены звучали песни периода Великой Отечественной и литературные композиции, посвященные бойцам СВО. Один из авторов проекта, преподаватель Самарского музыкального училища Татьяна Тумбинская, написала целый цикл музыкальных композиций. Проект родился как поддержка нашим бойцам, нашим защитникам, добровольцам, военнослужащим, мобилизованным в наше трудное время. Это наш творческий отклик на эти события. Теплый ветер дует, развезло дороги, и на южном фронте он теперь опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. В рамках проекта задуман целый цикл творческих программ. Повторяться они не будут. Артисты, спортсмены, актеры и художники будут совершенствовать сценарий выступлений. А в конце декабря представят его в Москве. Андрей Горгуленко, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.